Привет, я Кристина Корбут, актриса, мне 23. Я очень довольна ролью Насти в сериале «Пансион» и горжусь тем, что снялась в фильме «Клипмейкеры». Мне было 14, я заканчивала 9 класс, и я просто отвоевала у родителей, чтобы отпустили меня учиться в другой город, в колледж искусств. И так я поступила на актерское. Сказка о мертвой царевне и семи богатырях Пушкина. Мама мне эту книгу читала прямо с детства, и я могу сейчас половину точно наизусть рассказать. Нет, не буду. Как-нибудь потом. В кинотеатре. Доброта. Друзья и любовь. Когда родители меня не отпускали на дискотеку в 9 классе, я говорила им, что я готовиться к конкурсу танцев в школу, а сама воровала вино на даче домашнее и бежала с подружкой на дискотеку. Ничего. Иду к своей бабушке. Она за меня так радовалась, когда я ей пела песни в рукоятку от щетки. Она бы сейчас очень рада была, увидев меня на экране. «Паранормальное явление» и другие фильмы этого жанра, потому что мне становится страшно, и я выключаю. Современная драма. Когда мне было 12, я устроила подружке стрелку из-за парня. На драке не было. Вот. А еще я как-то ужасно поссорилась с мамой и сбежала на кладбище на целый день. Меня искали. Я была без телефона, без связи. Залипаю на гороскопы на Ютубе. Думаю, такого нет. Авто- или мотогонщица? Это когда целую смену нужно было сидеть пристегнутой наручниками к стулу в холоде. Без воды.